Большой футбол в Красноярске. Красно-синее дерби. Енисей-Красноярск, СКА-Хабаровск. Красно-синее дерби в Красноярске. Красота. Готовятся команды к началу матча Мелбет первой лиги. 23-24, седьмой тур. Возможно, последний матч до зимы, до холодов, до морозов проведут здесь, под крышей красноярцы. А потом центральный стадион примет соперников Енисея. Но это все пока еще решается. И Коноплин. Нет, я думаю, что Коноплин нет. Хозин. А бить будет Ломакин. И попадает. Четвертая минута. Вот это вот, Сашка, открывашка. Александр Ломакин с левой ноги. Сколько же он не забивал. 15 игр без забитых мячей. Покажите, человек, который на него похож на трибуне. Только в концовке сезона еще момент. Спасать надо. Да. За сугробом, который вылетел, Рукас поработал. Игрок снова Покидышев. Но Ломакин слева все-таки бьет, но не совсем его точка, попадает в удар в дальний и 2-0. А заканчивается снова стандарт голом. Ай да Енисей сегодня, ай да Николай Валерьевич, Коля. Я здесь, камон, камон. Помните такую песню начала века? Красноярск и еще три домашних поединка. В этом тоже может быть. Третий забивать надо, и забивает Савельев, 26-я минута, громят львы гостей, уничтожают, возят так, что я не вижу шансов. Какие-то и были, а что дальше, перерыв, ждать как манну небесную. Помощник, Симонян, справа удар. 1-3. Тем интереснее. Я сказал, будет 4-3 сегодня. Бордыбахин. 28-я минута. Надо было касаться. Ой, не знаю, Слава. Ой, не знаю. Ставер успокаивает, да. Отвечает Скай. Не будет сухаря. Называют команду иногда. Савельев, красавец. И попасовача налево можно. Будет сам решать. Нет. А почему? А там долго никого не было. И Коноплин бежал, не успел. Досталось Савельеву по ногам. Вот возможность, да, с левого фланга. Так посмотрим. Под правую убирает, бьет, Ставер спасает. И Шарль мог добивать. Но вот в концовке. Кто, как, может и должен, и, возможно, сыграет Хабаровск во втором тайме. Там на левом фланге товарищ бежит. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, Шарль, красавец какой! Вот это... Он выстрелил, а? И добивать, и забивать, и 2-3. А вот это уже очень интересно. 57-я. Ничего, собственно говоря, не предвещало. Продолжалось все так же. И Шарль вот этим вот ударом, как те декабристы, которые разбудили Герцена, сыграл 70. Только Ставер останется, у которого 100%. И вот забивать должны, да, и забивают четвертый. И забивает Енисей, снова стандарт. 74-я минута, это Коноплин. Это Александр Коноплин, мы проспали. 4-2, почти 4-3. Феерическое что-то сегодня мы. Вот Стежко там, видите, вот команда. Цементировал оборону. Все 6 матчей в старте. Еще момент, и в дальний угол. Вот Лого мог, а нет, не Лого, это был. Не перестроились. В оптимальном составе, в общем-то, да, Ставер спасает. Там не сильно, но летел в угол. Свистеть, все. Иван Абросимов. Спасибо. Спасибо, команды. Вот это да. 4-2. Шаронов идет к тренерскому штабу Енисея. Поблагодарить за урок. Сегодня, да, получили по носу. Были в четверке. Из четверки вылетят.